Гордон Фриман, регистрация окончена. Как говорил в письме, вы получаете третий уровень допуска, а также квартира в общежитии. Ее номер 309, запомните его. Сканирование сетчатки глаза можно провести позднее, так что не забудьте пройти обучение по использованию хэв-костюма. Желаем успехов в начинаниях. Пойдем, Фриман, я покажу тебе общежитие. Ну ты понял. Мы приехали, Гордон. Это западное крыло общежития. Я здесь живу. Твоя комната находится чуть дальше. Я тебя провожу. Здравствуй, Вэнс. Ты с тобой привел кого-то? Это Гордон Фриман, наш новый сотрудник в секторе С. Ага, так это же ученик Ленера. Ну что ж, юноша, рад знакомству. Но учтите, что я не потерплю никакой халатности при работе. Так что надеюсь, что ваша работа никому не принесет вреда. А, ну, что касается вас, Элай, пожалуйста, проводите юношу в его комнату. Это доктор Мангусон. Не обращай на него внимания, просто они с Кляниным соперничают за грант. О нет! Бен, сейчас успокойте своего ребенка. Это моя дочь Кали. А сейчас с ней моя жена Азия. Я познакомлю тебя с ней попозже, а сейчас нам пора идти. Ну вот, Гордон, квартира номер 309. Располагайся, теперь ты будешь здесь жить. Боже, почему же эти сенсоры не работают? Интересно, а понадобятся они для сегодняшней тренировки? Это очень интересно. О, доброе утро, Гордон.
добро пожаловать в тренировочный комплекс «Черная Меса». Сегодня здесь все немножко нестабильно работает, но тренировочная программа должна быть в хорошем состоянии. Пожалуйста, слушайте, перед началом будет кое-какая письменная работа. О, я вижу, вы уже подписали наше соглашение о принятии условий. Итак, я Горнов Римом, настоящим подтверждаю свое согласие с условиями. Что-то дальше. В любых случаях полученных травм, ожогов, отравлений и прочих повреждений, я не буду предъявлять свои претензии к администратору Black Mesa. Так, отлично. Если нет никаких вопросов, проходите в эту дверь и начинайте обучение. Вперед! Привет, мистер Фримен. Давай должок мне.